многое дал университет в плане того, что ты, так сказать, эксперт по спортивной части, да, возможность поучаствовать в Олимпийских играх, да, даже просто менеджером программы в Олимпийском парке, да, то есть контролирующим досуговую часть, это все тоже благодаря университету. Я не имею в виду в плане того, что университет дал там эту возможность, нет, но ты являешься, так сказать, экспертом в спортивных мероприятиях, и благодаря этому тебе открывается чуть больше возможностей, чем там любому другому режиссеру или любому другому подрядчику.